Творческие фестивали в формате студенческой весны – прекрасная возможность для студентов проявить свое артистическое «я». В этом году студенты техникумов и колледжей республики открыли свою территорию молодых. На творческой площадке ежегодно собирается более 1800 участников. Будущие повара, кондитеры, машиностроители, автомеханики и представители многих других рабочих профессий на время перевоплощаются в артистов. Где еще можно попробовать себя в роли танцора, певца, театрального актера? Жанровое разнообразие только приветствуется. В этом году конкурс посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Учеба учебой, а творчество место быть всегда должно, и для них это является самым тем драйвом, которое они испытывают в момент проведения конкурса. Они испытывают очень много волнения на сцене, потому что мы, как члены жюри, сидим, когда оцениваем номера, мы видим их волнение, как они прочувствуют все свои песни, когда они танцуют языком жестов. Для нас это, конечно, очень все тоже приятно и посмотреть, и увидеть, и оценить. Главное здесь не победа, говорят участники конкурса. То, что они выступают в финале, уже достижение. Подготовка заняла немало дней и ночей. Но ребята не считают это время потерянным. Студенты Батыревского агропромышленного техникума попали на территорию молодых впервые. Им интересна культура народов Кавказа. Так что танец лезгинка они учили с удовольствием. Так интереснее жизнь идет, но не каждый раз учишься. Надо участвовать, придумать новые, все такое уж. Дает понять себя, какой ты на самом деле можешь быть интересным не только в учебе, но и в искусстве. Всем друзьям нравится, поддерживают, говорят, не останавливайтесь, нас тоже приглашайте. Анастасия Лангин, Николай Яковлев, Республика.